Всем привет! Сегодня запилим несколько идей из старых алмазных дисков, которые, я думаю, найдутся у каждого, кто когда-либо работал с камнем или плиткой, или просто, может быть, остались после ремонта квартиры. Погнали! Также нам понадобится еще кусочек цепи от бензопилы. У меня в наличии оказалась, конечно, уже изрядно уработанная цепь. Но я думаю, на моей самоделке она еще хорошенько походит, благодаря окружности диска. Вот уже и готова наша первая самоделка. Это пильный диск. Решил я его сделать больше в качестве эксперимента. Но надеюсь, испытание пройдет благополучно. По технической части собрано все как надо. Без всяких алюминиевых клепок, клеев. И цепь сидит на дисках очень плотно. Но, как говорится, испытаем, посмотрим. А что, друзья, я считаю, получился вполне себе настоящий пильный диск, не хуже покупного. Как видите, годится даже для ровного чистового отреза. Ну а для второй самоделки понадобится также диск и небольшой отрезок стального троса. И в итоге мы получаем неплохую насадку на болгарку для очистки разных металлических поверхностей от ржавчины.
Конечно, вы скажете, проще купить, дешевле. Проще, да, но дешевле уже некуда. Убитый диск, кусок ржавого троса можно раздобыть и бесплатно, а из вложений остаются только пара электродов. А для третьей самоделки и вовсе ничего не понадобится, кроме самого диска. Только несколько нехитрых движений маркером, затем болгаркой с напильником, и все готово. Можно было, конечно, сделать диск и на зубцов 6, оно бы тогда, наверное, еще быстрее пилилось, но я считаю, и 3 зубца справляются со своей задачей неплохо. Надеюсь, был вам полезен этим видео. Кому понравилось, оценивайте, кому нет, пишите, что не так. Всем всего хорошего, пока!